вами нападающий хоккейного клуба «Горняк» Утюбаев Руслан. Руслан, я вас поздравляю с победой, с тяжелой победой. Ваши мысли о матче? Ну, хорошая игра получилась сегодня. Трудовая победа всех болельщиков, парней с победой. Первый гол пропустили, какой-то быстренький. Но потом еще забили голы свои. Все под шайбу ложились, вратарь нас выручил. Спасибо ему. И все. Вы сравняли счет в первом периоде. Я вас этим поздравляю. Какие у вас эмоции, ощущения? Ну, конечно, радостно. Партнерам спасибо, то, что отдали такой пас. Мне оставалось только забить. Все. Что скажете о сопернике? Вот два матча против УМО. Хорошая команда, опытная. Все там ребята мастеровитые, много где поиграли. Приятный опыт для нас. Спасибо большое, Руслан. Удачи вам.